Беги к сараю и бери лошадь. Чтобы заставить корову двигаться, поезжай с ней рядом. Когда гонишь скот, главное быть всегда позади стада. Они готовы на все, чтобы удрать. И, пользуясь этим инстинктом, ты можешь управлять ими. Зайдешь к ним слева, они возьмут вправо, ну и наоборот. Теперь загони телят в стойло. Хочу оценить твое мастерство. Молодец. Ладно, пойдем познакомимся с остальным стадом. Двигай за мной. Короче, первое, что тебе надо, это согнать коров вокруг Лонгхорна. Как подойдут поближе, сразу. Как сгонишь коров в стадо, бык сам отведет их куда надо. Поезжай вслед за стадом к коралю. Не давай коровам отбиться от стада. Чуть что, гони за мной. Ну, здравствуй еще раз, Коул. Не мог бы ты освободить их для меня? Мустанги в загоне у Эмпайр-Сити. Держись, русло ручья. Сломай ограду, выгони их наружу и веди сюда. Их можно гнать, как скот, но, конечно, это надо уметь. Лошадь возьмешь в конюшне.
Привет, Коул. У нас тут давеча проблемка вышла с волками. Да ты моим коровкам хуже волков. Если до этого мелко калит. Come on.